Всем привет, ребята, с вами я, Гренни. И я, знаете, что сделала? Я купила себе новое оружие. Смотрите, ребята, какое мощное оружие. Ребята, поставьте лайк, и я снова куплю какое-нибудь оружие. Самое крутое, поэтому прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. А давай проверим, сможешь ли ты поставить лайк очень быстро, за 2 секунды. Прямо сейчас попробуй поставить лайк, а также напиши в комментарии слово «Адор» по одной букве. Погнали! Всем привет, ребята, с вами я, Игорь Кодор. Сегодня мы играем в Granny Roblox. Ну, за бабульку Гренни. И смотрите, ребята, что я купила. О, какая оружка, очень классная. Так, о, внучата, идите сюда. Ах, блин, брусок несет. О, чувак, тебе не повезло. Смотрите, как классно светится оружие. Хопа! Разумечтался. Ребята, оцените мое оружие по 10-бальной шкале, а также... Оцените мое платьюшко. Я платье купила себе. Вот такое вот грязное платье. Иди сюда. Сейчас я тебе по башке дам. А ну-ка, пришел сюда. О, пацан. На! В смысле? На! Не могу достать. А, я застряла. Ах ты жирный, блин, вручок. Помешал мне. Я властелин колец. И раз-два, раз-два, раз-два. Правая. Правая нога, левая нога. Хопа! Сюда капкан поставим, чтобы не выбрались. Я думаю, у меня оружие самое крутое. Сейчас мы ее опробуем. О, внучата, я должна опробовать оружие. О! Я вижу пацана. Он застрял на месте. Ну иди сюда, внучок. О! На тебе! О, бабушка! Что за оружие у тебя страшное? О, блин, я горю! Ха-ха, мое оружие горит, поэтому я могу поджигать вас. На тебе по башке. О, внучок, иди сюда. Блин, иди сюда. Чё, купил рюкзак и все, что ли? На! Бабушка, что такое? Не трогай меня. Ну, внучок, купил очки и все? Ну да, я крутой. Ага, крутой, конечно. Так, внучка вижу, смотрите. Пытается меня обмануть через бассейн. Бабушка, не догонишь. Ага, привет, внучок. Что это такое, а? Бассейн исчез! Где он? Ух ты! Какой-то ключик! Ах вы, внучата, разозлили меня! Фу, ребята! Ишь ты, какая бабушка наглая, блин! Ну мы теперь будем убегать от этой бабки, смотрите! А, внучата, о, время пошло, идите сюда! О. Мы можем вызвать нашу сестру, точнее не нашу, а Гренни. Сестру Гренни. Но для этого нам нужно достать где-то книгу. Поэтому я не знаю, где она, а мы пойдем к Мишке. Мишка! Мишка! Так, вот он, Мишка. Давайте возьмем его в руки. Забираем Мишку. Адор, помоги мне. Спаси. Она держит меня в заточении. Хорошо. Иди сюда, внучок. Блин. Убегаем, Мишка. Будем вместе убегать. Открой дверь. Нет, девочка, уходи. Девочка, уходи. Тебе нельзя там находиться. Адор, мне тоже страшно. Помоги мне. Хорошо, я помогу тебе, но только ты не беспокойся, хорошо? О! Нифига! Так, вызываем Слендерину. Вау! Слендерина, круто! Так, а я могу забрать? Мишку не могу забрать. Слендерина, привет! Здравствуй, внучок. О, блин! Она разговаривает, оказывается. Что происходит? Что? Гренни тут стоит? Внучата! Я буду вас тут ждать. Так, пацан! Давай будем спасаться! Хорошо, да, давай! А, она сзади! А, блин, это девочка, ё-моё. Сейчас мы, короче, откроем кое-какую дверь. Подвинься, жирный. Так, бабушки нет, хорошо. Интересно, для чего эта слизь? Я до сих пор не понял. Ребята, если вы знаете, для чего та слизь, то напишите в комментарии. Так, теперь нужно открыть как-то дверь. Но, чтобы открыть дверь, нам нужно... А, ё-моё. Иди сюда, внучок. Нет, иди сюда. А, блин. Ха-ха-ха, внучок, ты самый хитрый, да? Нет, ты не самый хитрый. А, блин, бабушка, помоги мне. Подними меня, пожалуйста. Нет, внучок. Все, ты умер. Блин, какое оружие у нее крутое. Тили-тили. Трали-вали. Мы несли с собой катали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ли. Внучата, вы где? Идите сюда. Я сейчас свой дом поджигу. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас поставим сюда капкан. Хопа. О, внученька. Иди сюда. Ух ты, там еще один был. А, они меня обманули. Он сзади. А, шо? Помогите! Иди сюда, внучок! На тебе! Будешь знать! Блин,
О, внученька, привет! Смотрите, хопа! Отлично, внученька теперь не убежит. Ха! О-о-о! Что у меня снизу? Не выходит, внученька, ах ты наглая какая! О, раз! Ес! У нас остался один внучок. А ну-ка, иди сюда. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. И сейчас мы споем ее внучка. О, внучок, лысый, иди сюда, лысый, ну-ка пришел. Пока. А, это девочка или кто? Ага, я девочка, я обманула. Ох ты, блин. Сейчас надо кое-что сделать, смотрите. Вы что, издеваетесь надо мной? А, убегай, пацан. Хорошо, убежу. А, убегаю. А, давай, давай, убегай. Так, нужно поджечь наш костер. Поджигайся, костер, поджигайся. Я вызываю тебя на бой. Ну все, ты попался, внучок. Сейчас я тебя поджигу со своим крутой палочкой. Ну шо, внучок? Шо такое? И раз! Ой, как ты меня достал отсюда? Я не понимаю, это нечестно. Нечестно? Еще как честно. Махалай, махалай. И превратись, внученька, в... овцу! И раз! Блин, внучок не превратился. О, я вижу его! Открой дверь! Только иди сюда! Ах ты! Здорово! Бабушка, помоги! Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что это было? Внучок, что это было? О, помогите мне! Меня колбасило! Ты хочешь уйти из этого помещения? Я тебя не дам, понятно? Будешь сидеть тут со мной. Помогите! Ах ты, внучок! Совсем из дуба рухнул? Бабушка, привет! Что, хочешь со мной поразговаривать? Да, хочу! Вау, у тебя классное оружие! Пока! Я тебя обманул! Никуда не пойдешь! Хорошо! Ну, давай, расскажи мне анекдот! Колобок повесился! Что? И раз! Мишка косолапый по лесу идет. Ах ты! О, голова кружится. Проснись! Бабка, проснись! О, тихо! О! Тихо, иди сюда, внучка! Иди сюда! Нет, не уйдешь! Не уйдешь! Я сказала, сюда пришла! Быстро! И раз! О, стреляешь, значит, да? Я тебе сейчас постреляю, внучок тупой! Иди сюда! На! Блин! Не могу пробраться туда. Тихо, мы спрятались. Тихо. Сейчас этот внучок заберется наверх. Я его споймаю. На! Блин! О, блин, мы попали в школу. Нет, пацан, убегаем. Хорошо, ну давай. Так, короче, мне нужно кое-что сделать. Нам нужно открыть, найти синий ключик. Ну, блин, где эта бабка? А, внучок, иди сюда. Привет, внучок, иди сюда. Я русская бабушка, привет. А, блин. Ё-моё, убегаем от нее. Походу она меня за мной теперь пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз-два, ну-ка пришел, строй. Нет, а, блин. Так, тихо, давайте мы обманем ее. Хопа, тут нельзя пройти. А, нет, ё-моё, тихо. А, блин, нет, ах ты бабка тупая. Я сильная бабка, поэтому я могу все. Блин, ё-моё, убила меня шо-таки. Ладно, ребята, если вам понравился видеоролик, обязательно поставьте лайк. Я думаю, вам поднял настроение. Если я вам поднял настроение, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать такие видеоролики. И нажмите на колокольчик. Все, с вами был я, Егор Кодор. И с вами была бабка, бешеная бабка. Я купил себе новое оружие. Я думаю, заслуживает лайка. Все, всем добра, всем спасибо. Всем пока. Thank you.
Thank you.